І як анонсували ще на початку першої години, до нашої студії завітають ранкові гості, з якими поговоримо про те, як правильно мотивувати вашу дитину для того, щоб успіхи у школі, в університеті були якомога вищими і кращими. Та й взагалі, чи потрібні ті успіхи. Про це все розкажуть наші ранкові гості далі. Залишайтеся з нами. Раді представити наших ранкових гостей, мотиваційного спікера, письменника Андрія Руденка та директора Миколаївського теплового заремонтного заводу В'ячеслава Сімченка. Доброго ранку вам. Доброго утра. Дякую, що ви з нами. І так, в першу чергу хотілося б до вас звернутися стосовно проєкту, який в Миколаїві, який ви підтримуєте. Що це за проєкт в декількох словах і після цього вже продовжимо нашу розмову. В двох словах, проєкт, допомагаючи ребятам, подросткам, школьникам в первую очередь, найти свой путь в жизни. Потому что очень важно в мечтах у каждых, каждый хочет иметь карьеру, каждый хочет быть богатым, каждый хочет быть умным. И, но не всегда ребята могут найти тот путь среди тех джунглей, угу. Да, ту тропинку, по которой надо идти. И вот когда ребята предложили поучаствовать в таком мотивационном проекте, это общественная молодежная организация «Пульс Плюс», там Женя Корольков, спикер, тренер Андрей Руденко, который уже имеет большой опыт проведения подобных тренингов. Он более подробнее расскажет, конечно, сам, но основная цель и задача – это как раз заставить ребят, вернее, поселить то зернышко внутри каждого, которое будет разрастать и подпитывать ребенка для достижения каких-то жизненных целей. Тобто, щоб не тільки хочу, але й можу. Yeah. От, якраз стосовно цього хотілося поговорити, зараз уже 4 школи ви відвідали за цей, скажімо так, приїзд, тому що попередньо, декілька місяців тому, ви вже проводили мотиваційні тренінги із учнями. Ми пройшли 10 школ в Миколаєві до цього. Зараз це вже 4. Як взагалі змінюється публіка чи ні, скажімо так, які відчуття цього разу? Ну, знаете, так сказать быстро нельзя, потому что должно пройти время. Должно пройти время, они должны сделать выбор и действительно применить те советы, mm-hmm. которые я давал в своей жизни. Но я знаю по опыту, я уже года 3-4 провожу по всем школам, по университетам, по всей Украине. Плюс у меня были семинары в Европе, это в Милане, в Риме, в Вене я проводил лекции, тоже такие мотивационные. Я работаю не только как бы с молодежью, но и со взрослыми людьми, если корпоративный тренинг, там, усиление команды, продажи и так далее. Но почему я акцентируюсь именно на молодежи? Потому что в моей жизни, знаете, был такой период, когда я не знал, куда поступать. В школе я учился ради мамы, чтобы получить, ну, быть хорошистом. Мама мечта, чтобы сын был хорошистом. Значит, у меня мечта, чтобы я был хорошистом. И вот 11 класс, я исправляю шестерки на семерки. И потом вопрос к маме: мам, а что делать, куда поступать? Мама говорит: ты что, ненормальный? Говорит: как, куда? Я уже договорилась. И она сама мне выбрала университет, в который я ходил 5 лет. 5 лет я мучился, протирал штаны. Знаете, есть три типа людей. Вот гуманитарный склад ума. Есть какой еще? Математический. Uh-huh. А есть, как бы, чтобы так не обижать, спортсмены. Как бы, спортсмены. И всем хорошо. То, значит, учит этот самый... Оригинальный подход. Да, да, да. Как писать третью без ошибок. Третью категорию я никогда еще не слышал. Да, но есть такие большинства. Он как бы пишет с ошибками, он считает плохо. Ну, зато, когда его что-то спрашиваешь, он подъем-переворот делает или там отжимается. Uh-huh. Ему хорошо, многие достигают успеха. И по поводу того, есть ли результаты, да, есть. Мне многие писали родители, мне звонили многие директора школ, говорили, что все, спасибо вам, вообще такое происходит, кто-то взялся за голову, родители говорят, что вы делаете с нашими детьми, что вы их так вдохновляете. Я говорю, я просто помогаю человеку, знаете, когда у человека есть цель, у него, вот мы все, у нас есть энергия, мы рождаемся, у нас много энергии, но когда нет конкретной цели, что человек делает, особенно подросток? Пьет, курит и остановку ломать. Вот Вячеслав сделал остановку, допустим, там какую-то, да? А он что идет, ломает? Как часто это бывало? Да. А он там, например, ломает ту остановку. А почему? Потому что нет конкретной цели. И я перевожу их фокус на конкретную цель. И многие после моих лекций, они там становятся, кто-то, вот я помню парень, я приехал тогда с Европы, иду по своему городу, выбегает откуда-то с кустов. Андрей Руденко, спасибо вам, спасибо. Я говорю, а за что спасибо? Он говорит, благодаря вам я стал чемпионом. И называют какой вид спорта, а я так растерялся. Обычно, если с кустов на тебя бегут, надо убегать. Еще вид спорта. Да, да.
Поэтому достигает. И помню, девочка тоже одна мечтала там в Верховной Раде быть помощником депутата, а до этого расставляла бутылочки где-то в магазине каком-то. И у нее был действительно потенциал, я это увидел. У меня был знакомый помощник депутата тоже, я их как бы скоординировал, и она теперь в Верховной Раде работает. Не знаю, как сейчас. Чьи хорошие знакомства. Это то, что... Да, да, нетворкинг. Вот. Я знаю Женя, Женя знает Вячеслава, и мы теперь с Вячеславом. Итак, если говорим все же таки про мотивацию, зрозуміла річ, що тренінг там триває певний період часу, ну, відповідно, там є можливість почути все. Якщо давати якусь ужимку, наприклад, батькам, так, що варто робити, а чого не варто робити для того, щоб мотивувати все ж таки свою дитину і не зробити того, щоб 5 років чи 10 років свого життя людина просто втратила на здобуття освіти, яка їй в житті не потрібна. Знаєте, система образування, от... Нравилась школа ходить вам? Великолепно. Я был отличником, я хотел. Ну, таких единиц. Вот. А вам как? А, да, вполне. То есть вот вы теперь поставили меня. Тут немножко, опять же, меня когда-то мой профессор учил, ну, свой маленький секрет. Говорит, для того, чтобы чего-то добиться, надо, во-первых, понять, на кого ты хочешь быть похожий. Да. Да, я хоть не люблю слово кумир, да, ну... Пример, образец для подражания, да. Да, образец для подражания. И у тебя должно быть желание быть похожим на этого человека, и для этого цель. Говорит, и зачастую эта цель, она может быть даже такая, которую нельзя озвучивать там, по разным причинам. Она может быть даже какая-то не очень приличная, угу. Этичная эта цель, да, ну, там, условно. Ты хочешь быть популярным, чтобы тебе там ты нравился всем девочкам. Ну, штабелями ну, падали. Да, прям, да. Вот, ну, конечно, даже да? Такая цель, все равно. Главное, чтобы она была. Вот когда оно есть у тебя вот тут внутри, тогда у тебя есть вот это желание. Ты понимаешь, почему ты хочешь быть таким человеком, чтобы достичь этой цели. И действительно, не знаю, вот раньше, как мне кажется, может, я старею, конечно, но все время включаешь телевизор в детстве, да, очень много было все-таки фильмов, которые нас к чему-то все равно мотивировали. Взять это легендарное, там, «Два капитана», да, у нас навсегда засело бороться, искать, найти и не сдаваться. Я не знаю, сегодня это в школе изучают, не изучают. Там тот подросток Достоевского, да, там Драйзер, все его вещи. Вот сегодня, мне кажется, чуть меньше молодежь знакома с этими произведениями. Сейчас и кумиры изменяются. Да, да. Сегодня вот меньше сути, больше картинки. Вот есть картинка, ах, Мерседес. Там, ах, красавица. Але теж хороша ціль, до якої теж треба досягати, але... Да, 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 от картинка є, а що за цією картинкою, да? Ну, так як результат должен бути, конечно, як твоя діяльність. Я сьогодні говорюсь, да, изучайте біографії вот этих людей, начиная там з того японца Хонда, того да. Рокфеллера, Генри Форда, там, Тесла. И жизнь этого каждого человека, она сама по себе является мощнейшим мотиватором для любого, кто с этим знаком. Поэтому, наверное, это я бы дал основной рецепт для детей и для родителей, чтобы они помогали читать, больше читать. Если говорим еще про рецепты от вас, какой рецепт, что варто робити все ж таки, а чего не варто робити? Самое важное, что нужно делать, это помочь своему ребенку определиться, увидеть какие-то дары, способности, таланты и направить его. Знаете, просто отдать в какую-то секцию, где он может ходить туда после школы. Потому что, допустим, вот вам нравилось в школу ходить, возможно, вы были такие целеустремленные. Мне нравилось тем, что я мог как-то компенсировать компанию. Я просто из тех людей, которые знают на 20 лет вперед, что будет. Да. То есть, получается, как-то компенсировало окружение, плюс есть учителя, которые по призванию, знаете, вот что такое учитель по призванию? Тот, который поможет, расскажет, вдохновит. Ты не знаешь? Тих, их даже мало. Очень мало, их очень мало. В основном ты приходишь, он со скрипом поворачивает шею, и ты говоришь, о, извините, все, меня здесь не было, все. И человек, он как бы ходит в школу как на каторгу. Я не знаю, как было в ваше время, когда вы ходили в школу, но сейчас, общаясь со школьниками, со студентами, это каторга для них. Во-первых, система образования писалась 200 лет назад приблизительно, да, и все построено на то, чтобы человек вышел хороший партийный там работник, на завод куда-то пошел, устроился в ПТУ, получил профессиональную какую-то профессию или там высшее учебное заведение. Но он выпускается и думает, в голове ноль, в кармане ноль.
Это те, кто случайно поступает. Тут понятно, который на 20 лет вперед знает, вот он родился, ему 5 лет, он знает, я в 25 лет уже там заработаю. Тем проще, понимаете? Они поступают, вот телеведущий, где вы учились? Учился на филологии. На филологии? Да. А я рекомендую таким, кто вот реально сценичный человек, думаю, идите к таким же ненормальным, как вы, там, в Карпенко-Карова, в Поплавского, будьте среди них, принимайте эти навыки, обучайтесь им, потому что 5 лет ты можешь просто протирать штаны, или же ты можешь как бы обучаться тому, что тебе действительно поможет жизнь. Вот он выпускается и уже работает по професії. Ну, будемо сподіватися, тому що величезна проблема все ж таки з тим, що величезна кількість тих творчих людей, які виходять після Карпенка-Карого, на жаль, не можуть себе реалізувати. А це вже другий питання. Після того, як знайшов чоловік себе, потрібно себе починати піарити, потрібно говорити о собі. Да, якщо він вдома грає на гітарці, роздражає тільки сусідів, які стучать йому по батареям, то ну, треба хоча б свій блог завести, почати якісь пісні записувати. Хоча б одну пісню запиши, скинь друзям, візьми обратну зв'язь, оцінку. Я завжди говорю, в школах, в університетах, используйте школу в ваших целях. Как это используете? Что это значит? Uh-huh. Это значит, собери актовый зал ребят, учителей, и сыграем. Ты поешь, танцуешь, не знаю, стихи читаешь. Давай это все сделай в школе уже сейчас. Оттачивай свои навыки сегодня, чтобы тебе завтра было проще. А многие сидят, им задаешь вопрос, они в телефон вдруг резко куда-то. Аби не на мене смотреть, везде смотрить, только не на мене. Тому що, знаєте. Як буде тим, в кого задатки все ж таки фінансиста? Буфет у школі зробити? Кого? Буфет? Да, ну, фінансист, ну, знаєте, вот така професія є, економіст. Я обычно, когда прихожу, я виступаю в разных університетах. Будь то там Києво-Могилянська академія или в десятка лучших, я спрашиваю, хто сюди случайно поступив? Многие поднимают руку. А говорю, на кого учитесь? Економіст. А що такое економіст? Вот, наверное, фінансист, що ти з того ж разряду. А ким роботить? А якщо говоримо все ж таки про школу, про те, що робити, а зараз спілкуючись із учнями, які цілі все ж таки ставлять вони перед собою, от приходячи на зустріч із вами, а більшість все ж таки, я думаю, що багато що збігається. Більшість приходить на зустрічу зі мною, не розуміє, що тут буде взагалі проходити. Тобто вони приходять, їм би лише на урок не прийти, знаєте. А там що розказують, втирають взагалі без різниці. І в основном многие не ставят цели. Единицы, кто знает, куда идти. Одна девочка, помню, в Николаеве говорит, я хочу быть стоматологом. Я говорю, послушай, тебе, а что ты делаешь уже для этого? Ну, я вот поступлю в стоматологический, буду там 7 или 5 лет обучаться. Я говорю, послушай, если тебе нравится эта профессия, ты уже сейчас можешь пойти к стоматологу в какую-то частную клинику, попросить, а можно я вот посмотрю, как вы работаете? Позаглядывать, вытер рты, понюхать там, не знаю. Понять, ну, нужно или нет, да? 7 лет ты будешь на это учиться или 5 лет? 5 лет жизни, понимаете? А она вот... Ну, обидно, когда ты первый-второй курс и понимаешь, так это же не мое вообще, что я там буду делать? И поэтому уже сейчас я заставляю их задумываться, да? Многие из них мне пишут потом комментарии, спасибо, наконец-то кто-то меня вдохновил. Хотя знаете, что интересно? После встречи со мной все учителя говорят, вот, Андрей, мы им то же самое говорим, вот, только вы на ихнем языке сказали. Так вот в этом и проблема. Вы должны научиться говорить на ихнем языке. Их не интересует, знаете, как... Ну, вопрос не столько еще языка, мне кажется, важно говорить. Вот я даже сейчас сидишь на эфире, а не перед детьми, а глаза горят. Да, вот да. Когда есть... Да. Человек так налет своей глаза работы, горят, да. То есть вот эта энергетика, да, она же имеет свойство все равно обмениваться. И просто вот эти слова, они не просто уходят в пространство, они тут целенаправленно в эти души, да. Как такая ассоциация, как выстрелы, но тем не менее, действительно, оно входит, и дети чувствуют вот этот заряд, и оно идет впитывание. А когда просто там, ну, по радио тебе сказали, там, будь успешным, ну... Хорошо, на самом деле, да, как часто мы это слышим и как все этого хотим. А, насправді, вже ще 4 школи зараз у Миколаєві почують ваші тренінги ближчими днями. Інгульський район попередньо, ви вже, скажімо так, пропрацювали там, уже успішні учні, я впевнений. Зараз Корабельний район. Будемо сподіватися, що весь Миколаїв почує, все ж таки буде мотивований. А, ну, можливо, через років 5 побачимо молодь мотивовану і цілеспрямовану. Дякую вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії.